1 января следующего года в силу вступает федеральный закон номер 217, который регламентирует деятельность садовых и огороднических товариществ. Одно из положений документа описывает возможность перевести нежилые помещения в статус жилых и наоборот. Благодаря вступлению нового федерального закона в силу, дачный домик на садовом участке можно признать жилым, а значит и прописаться в нем теперь можно. Капитальные сооружения на таких территориях будут автоматически переведены в жилой фонд с нового года, при условии, что они внесены в единый государственный реестр недвижимости до 1 января следующего года. Однако возвести дом и прописаться в нем можно будет и позже. Для этого собственнику необходимо получить соответствующее разрешение в местной администрации и учесть все выдвинутые к возведению строения требования.